Spotlight 2 Student's Book My Family Exercise 1, page 22 Listen and repeat. Mummy. Daddy. Grandma. Grandpa. My family. Listen and repeat. Mummy, Daddy, Grandma, Grandpa. Listen and watch. Hello, Mummy. Hello, Daddy. Larry, Lulu. Close your eyes. Okay. Open your eyes now. Hello Larry. Hello Lulu. Grandma, Grandpa. Nanny, this is Grandma and this is Grandpa. Hello everyone. Всем привет. Я продолжаю записывать видеоуроки по программе Spotlight 2, Spotlight 2 класс. Откройте, пожалуйста, учебники на странице 22. Open your books at page 22. Open your books at page 22. Страница 22, и у нас сегодня новая тема. Пожалуйста, поставьте пальчик и повторите эту тему вместе со мной. My family. My family. Моя семья. Еще раз давайте повторим и назовем эту тему вместе. My family. My family. Итак, здесь, в этой теме, речь пойдет о семье наших новых героев, с которыми мы недавно познакомились. Лулу, вспоминайте, да? And Larry. Окей. Конечно же, в этой теме нам нужно записать новые слова. Если мы их запишем, и если вы, ребята, их выучите, то вы без труда сможете прочитать все упражнения, и нас ждет еще впереди комикс. В нем тоже нам встретятся сегодня новые слова. Итак, чтобы успешно справиться с темой, нужно выучить новые слова. Open your copybooks. Откройте тетрадочки. Open your copybooks. Откройте тетрадочки. Let's write down new words. Давайте запишем новые слова. Let's write down new words. Okay, number one. Приступаем. Number one. Mommy. Mommy. Обязательно мы пишем звуки, потому что по звукам мы сможем с вами прочитать абсолютно любое слово. М. А. М. И. Ударение падает вперед на первый слог. Мами. Мами. Перевод мама. Итак, обязательно запишите транскрипцию. Мами. Мама. Number two. Daddy. Daddy. Открывайте транскрипцию, запишите звук. Д. А. Д. И. Д. А. Д. И ударение падает вперед. Что у нас получилось? Daddy. Соединяем. Daddy. Итак, это слово daddy, перевод папа. Number three. Grandma. Grandma.
Ребята, я подчеркнула буковку «ди», потому что она в этом слове не произносится, не читается. Это называется правило красивого чтения. Мы ее как будто бы пропускаем. Grandma. Запишите звуки. Г, Р, Э, Н, М. Долгий. А. Две точечки обозначают долгий звук. Звук нужно потянуть. А. Что получилось? Grandma. Grandma. Ударение падает вперед на первый слог. Grandma. Бабушка. Number four. Четвертое слово. Grandpa. Grandpa. Открываем транскрипцию. Звуки. Г, Р, Э, Н, П. А. Долгие две точечки мы видим, да? Grandpa. Grandpa. Дедушка. Окей. И еще одно слово у меня здесь на этой досочке не уместилось. Это запишите number five, пятое слово. Потери my family, моя семья. Пожалуйста, запишите. Brother. Brother. На конце буковка R не читается. Подчеркните ее. И выделите, как я, полукругом язычок. Выделите полукругом язычок. Это межзубный звук «в». Твердый, звонкий звук «в». Высунуть язычок, а потом убрать. Бра-де. Бра-де. Запишите звуки. Б. Р. Крышечка «а». Вот наш звук, вот этот межзубный звук «в». Пишется как перевернутая шестерка и перечеркнутая, да? И краткий звук «а» или «э». Браве, браве. Ударение падает вперед. Браве, не забудьте язычок, чтобы вы красиво умели читать. Браве – это слово «брат». Итак, давайте немножечко с вами отдохнем, потому что у нас сегодня еще будут новые слова. Но сначала мы посмотрим в учебник, page 22, страничка 22, и выполним упражнение 1. Exercise 1, упражнение 1. Let's listen, давайте послушаем, слушать вы будете меня. Или под видео пройдите, пожалуйста, по ссылочке и прослушайте, как автор произносит по-английски эти слова. И, пожалуйста, let's read. Давайте прочитаем the new words. Новые слова. Пальчик поставьте, следите. Mommy. Mommy. Мы уже выучили, да, с вами, что это мама. Daddy. Daddy. Папа. Grandma. Grandma. Бабушка. Grandpa. Grandpa. Дедушка. Слова эти очень легкие, дети их очень быстро запоминают. И мы переходим к упражнению 2, exercise 2. И мы будем с вами помогать Лулу, нашей героине, вот она здесь. Мы будем ей помогать рассказывать о своей семье. Лулу нас будет с вами знакомить со своей семьей. Давайте прочитаем, что она говорит. Язычок. This is my brother. Еще раз читаем. Язычок. This is my brother. This is my brother. Что она сказала? Давайте переведем. Я вам напоминаю, что в предыдущих уроках мы уже с вами записывали новые слова. У нас были слова this is, слово. Были слова my, поэтому, ребята, кто не знает этих слов, пожалуйста, можете посмотреть предыдущие уроки, где мы все-все слова, когда у нас начались с вами темы, мы все слова начали записывать и учить. Итак, this is my brother. Что она сказала, ребята? Это мой брат. И вот у нас слово brother, брат. Лулу знакомит нас со своим братом и говорит, это мой брат. This is my brother. Окей. Давайте поможем Лулу сказать,
Как она скажет, ребята? Это мой папа. Слово «папа» читайте. Daddy. Догадались, как она скажет? This is my... Меняем слово «брат» да «brother» на слово «daddy». This is my daddy. This is my daddy. Это мой папа. Окей. Переходим к слову «мами». Как познакомить нас с мамой Лулу? This is my mommy. This is my mommy. Это моя мама. Окей. Grandma. This is my grandma. This is my grandma. Это моя бабушка. Grandpa. This is my grandpa. This is my grandpa. А это мой дедушка. Вот так Лулу нас познакомила с членами своей семьи. Вы дома можете тоже поиграть. Вы можете представить, что вы кого-то знакомите со своей семьей, да? И показать, например, на маму и сказать, да, this is my mommy. Показать на папу, да, this is my daddy. У кого-то есть сестренка, например, да, this is my sister. Слово sister мы с вами проходили. У кого-то братик, this is my brother. У кого-то бабушка, да, пожалуйста, покажите на бабушку и расскажите о ней. This is my grandma. И расскажите о своем дедушке, да. This is my grandpa. Представьте, что вы кого-то знакомите, как наша девочка Лулу со своей семьей. Итак, а мы с вами переходим к комиксу. Page 23, страничка 23. Look at the pictures. Ребята, пожалуйста, рассмотрите эти картиночки, да, что тут нас ждет в этом комиксе, о чем он у нас будет. И мы с вами запишем, ребятки, еще сегодня несколько слов из комикса. Пожалуйста, вернитесь к тетрадочкам. Чтобы нам его прочитать, конечно, нам нужно выучить все незнакомые слова. Окей, let's write down. Давайте запишем. Number five. Хотя у нас пятое слово было brother, здесь уже будет шестое. Но у меня так идет, ничего страшного. У себя в тетрадочке можете уже записать цифры 6. Close. Close. Запишите звуки. К, Л, А, У. С ушками такой звук учите. Это звук У с ушками. С. Ударение вперед. Close. Close. Переводится закрыть. Close. Закрыть. Number six, шестое, а у вас, наверное, пойдет там седьмое. Йо, буковка R не читается, подчеркните. Йо, запишите звуки. Звук Е свисает вниз, он со строчки Е. И долгий звук, откусанная баранка, звук О. Йо, йо, переводится твой, ваш. Твой или ваш. Йо, окей. Number seven. Eyes. Вот это слово очень сложное. Посмотрите, как оно пишется. А читается оно абсолютно по-другому. Запишите звуки А, И, З. А, И, З. Ударение вперед. Eyes. Eyes. Это глаза. Eyes. Number eight. Очень восьмое слово очень нам знакомо. Okay. Окей, хорошо. Это слово нам звуки писать не нужно, потому что оно читается как буковки из алфавита. Буковка О и буковка К. Окей, хорошо. Number nine, девятое. Open. Open. Звуки Э, У, П, Э, Н. Э, У. Н. Ударение вперед. Open. Open. Открыть. Number ten. Слово now. Очень хитрое. Пишется О, а читается А. Now. Запишите звуки. Н. А.
У. Н. А. У. Ударение вперед. Now. Сейчас. Поставьте точку. Мы записали все слова. Молодцы, ребята. Good for you. Молодцы. Сегодня очень много новых слов. Давайте повторим все эти трудные слова. Читаем вместе. Пальчик поставьте. Close. Close. Your eyes. Eyes. Okay. Okay. Open. Open. Now. Now. Good for you. Молодцы. Я еще раз вам повторю и напомню, что обязательно записывать транскрипцию. Обязательно знать и учить английские звуки. Благодаря звукам вы в любом бумажном словаре, в электронном, сможете прочитать абсолютно любое незнакомое слово. Например, вы смотрите на это слово, да? Оно очень хитрое, пишется О, а читается А. А вы смотрите звуки Н, А, У, НАУ. И видите, как правильно читается. Поэтому я всегда за транскрипцию, всегда за транскрипцию, чтобы выучить все эти значки. Поначалу они учатся сложно, а потом, когда привыкаешь, когда много их пишешь, постоянно тренируешься, и уже все можно легко прочитать. А мы с вами, пожалуйста, возвращаемся к нашему комиксу. По ссылочке пройдите, можете его прослушать и проследить глазками. Number one. Первая сцена. Посмотрите на картиночку, да, что тут будет происходить. И мы прочитаем. Следим. Hello, mommy. Hello, daddy. Вы уже догадались, как это переводится? Давайте переведем вместе. Привет, мама. Привет, папа. Дети, Larry and Lulu, они здороваются с нашими героями. Это их родители, да, мама и папа. Hello, mommy. Hello, daddy. Привет, мама. Привет, папа. Number two. Picture number two. Рассмотрите, да? Что происходит на второй картинке? Давайте читать. Larry, Lulu, close your eyes. Okay. Open your eyes. Now, посмотрите, сколько много новых слов, которые мы записали. Да, ребята, какие они трудные. Что говорит им мама? Посмотрите, ребята, давайте переведем. Larry, Lulu, close your eyes. Вы уже догадались, что они сказали? Larry, Lulu, закройте ваши глаза. А что сказали дети? Okay. Хорошо, да, хорошо, мы это сделаем. А что сказал папочка, daddy? Open your eyes now. Open your eyes. А сейчас, дети, откройте свои глаза. Сцена, ребята, была очень трудная, да? Давайте еще раз читаем вместе. Пальчик поставим, смотрим только учебник, да, пожалуйста. Larry, Lulu, close. Your eyes. Okay. Open your eyes now. Good for you. Молодцы. Очень трудная сцена. Number three. Третья картинка. Look at the picture. Смотрите, да? Что на ней будет происходить? Вы уже догадались. Читаем. Hello, Larry. Hello, Lulu. Grandma. Grandpa. This is grandma, and this is grandpa. Что, да, дети открыли глаза, кто к ним приехал, ребята? Бабушка с дедушкой. И бабушка с дедушкой что им сказали? Давайте переведем. Привет, Лэри, привет, Лулу. А что Лэри закричал? Бабушка, дедушка. А что Лулу сказала няне? Няня – это бабушка, а это дедушка.
То есть в гости к нашим ребятам приехали бабушка с дедушкой, подарили им подарки, да? И няня впервые их увидела, и Лулу няню познакомила со своими бабушкой и дедушкой, да? Вот что было в комиксе. Приезд родителей, приезд в гости бабушки с дедушкой, да? Давайте еще раз читаем третью сцену. Hello, Larry! Hello, Lulu! Grandma! Grandpa! Nanny! Язычок. This is Grandma. And this is Grandpa. Good for you, молодцы. Вы справились с таким трудным комиксом. И я хочу сказать, что обязательно нужно каждое словечко в английском языке переводить, чтобы вы всегда, ребята, знали, о чем вы читаете. Да? Какие песенки, о чем песенки вы поете, о чем вы читаете. Итак, давайте закрепим этот комикс, чтобы мы с вами красиво читали. Пальчик поставьте, читаем вместе, только на английском языке. Готовы? Окей. Hello, mommy. Hello, daddy. Larry, Lulu, close your eyes. Okay. Open your eyes now. Hello, Larry. Hello, Lulu. Grandma, Grandpa, Nanny. This is Grandma. And this is Grandpa. Good for you, молодцы. На сегодня все. До свидания. That's all for today. Goodbye. My family. Exercise 1, page 22. Listen and repeat. Mummy. Daddy. Grandma. Grandpa. My family. Listen and repeat. Mummy. Daddy. Grandma. Grandpa. Listen and watch. Hello, Mummy. Hello, Daddy. Larry, Lulu, close your eyes. Okay. Open your eyes now. Hello, Hello Larry. Hello, Lulu. Lulu. Grandma, Grandpa. Nanny. This is Grandma and this is Grandpa.